Всем привет, с вами снова Максович, мы продолжаем проходить Return to Castle Wolfenstein. И следующая миссия — станция во льдах Норвегии. Довольно несложная миссия, я бы сказал. Ничего такого здесь особенного нет. Но здесь нам понадобится снайперка, я так полагаю. Хотя, не обязательно, но прикольно. Вот, собственно, та лодочка, которую мы видели в прошлой миссии. Она как раз сюда приплыла вместе с головой смерти, ну и еще там с каким-то грузом, возможно. Это мы, скорее всего, узнаем позже. Куда ты побежал? Так, это можно разрушить. Что-то как-то... О! Убомбануло-то. Так, там уже сейчас, наверное, тревогу поднимут. Хотя нам это не принципиально важно. Ну вот, дождались. Ну где вы, ребята? Давайте выходите по одному тогда. Так, бочка не взрывается. Ну и ладно. Да, давайте сразу... Опа-на! Опа-на! Куда ты? Так-так-так, дверь! Я думал, здесь можно зайти. В общем, короче, здесь за этой дверью находится тайничок. Залезть в него можно сзади. И больше, в принципе, никак. Один-единственный секрет на этой карте. Ну, здесь, как видите, ничего такого особенного. Ну, аптечка есть, и на том спасибо. И патрончиков немного. Так, а здесь что у нас? Здесь, походу, вообще ничего нет. А, нет, есть. Во! Во, вообще отлично. Как раз и подлечились. Так, где? Блин. Ух ты, ух ты. Стоп, ребята. Так, где второй? Ну был же второй. А, он с пулемета фигачит, с этого, как его? Который что-то там злой, или как он там называется. Да что ж такое-то? Ну вы даете, ребята. Не ожидал я от вас такой подлости. Так. Нормально так покоцали, смотрите-ка. Это хорошо еще броньку взял. Да, что-то я еще не разыгрался, только сел сейчас как раз выпуск записать. Надо было побегать немножко. Так. Блин, с Фаустом. Ну вы вообще, ребята, а. Вот хорошо его сразу пристрелил. О. Блин, а почему пулемет не работает, а? А не работает. Прикольно. О! Ну хоть пулемет не зря здесь стоит. Пригодится. Че, все или еще кто-то есть? Так, как он называется-то, ребят? Кто помнит? Блин, забыл. Что-то типа там злоба или что-то в этом духе. Так, 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 так. Давайте-ка вот это и возьму. Как-то все-таки, не знаю, вот как ни крути, а это, наверное, одна из самых... Ну ни хрена себе. Не-не, вы чё? Вы чё, ребята? Я играю ведь вроде не на сложном. Да где ты? Блин, заныкался. Давайте потихонечку.
Да ладно, чё, его пристрелил? Ё-моё. О, блин, они где-то в другом месте включили, а? Тихо, не падай. Я так с лестницами, вот, я не знаю уже сколько времени, никак не могу с ними нормально разобраться. Вот не спускается он просто так. Как-то тут надо перехватывать. Так, что здесь у нас есть? Ничего? Ну, в принципе, и ладно. Давайте-ка туда поднимемся. Зря я спустился здесь. Нам оттуда будет проще идти. Надо сразу его завалить, иначе попадет, если то капец, у нас там 20, наверное, здоровья останется где-нибудь. Так. О, блин, пулеметчик еще там, я смотрю. Ну-ка, здесь что у нас? А, ничего здесь нет. Опа, тихо, тихо. Готов. Вроде готов. Так, ладненько. Давайте здесь заберем все. Надеюсь, тут больше нет никого пока. О, аптечки есть. Ну, нормально. Жить можно, короче. Опа-на! Собака такая. Все-таки залез он туда. Ух ты! Ты меня аж напугал, откуда ты вылез-то, засранец такой? Ну вообще, ребята, я вообще прям не ожидал от вас такого. Или это он же прибежал уже? Да не может быть. В общем, бред какой-то, бред какой-то. Блин, еще ведь и попадает нехило-то, а? Так, готов. Блин, попало. Я вообще, реально, ребят, я там доберусь, нет, хоть до туда. Ну это капец просто. Надо бы сигналку, конечно, вырубить, может, помогло бы. Так. У нас эта винтовка сильно-то не приближает. Так что особо не разгуляешься. Они бегут, бегут все откуда-то. Опа-на, еще... Да куда ты? Ну ты даешь. Ведь не скроешься. Ну? Блин. Что делать-то, ребят? Я не знаю. Там у нас остались, нет аптечки, а? Кто-нибудь знает, нет, помнит? Ну давайте я отсюда обойду тогда. Не полезу я оттуда. Там, потому что пока по лестнице спускаешься, там кто-нибудь да подстрелит. А тут есть еще шанс. Ну, я надеюсь, надеюсь на это. Да ни хрена себе! Ну, вроде кое-как. Ну, еще там один остался, если он сюда не убежал. Блин, с 9 копейками хожу. Ух ты, ё-моё, еще там кто стреляет-то? Ой, блин. Ух, блин, тихо. Есть. Вот откуда вы там беретесь, а? Вот скажите мне. Так, и ничего здесь нет. Зря залез. Еще вот с лестницы свалиться не хватало. Так. Ну, нормально, нормально.
Ну-ка, ну-ка. Ого. Аптечки, аптечки, спасибо, ребята. Разработчики, спасибо. Ну, хоть как-то. Мало, конечно, но... Ладно. Может, здесь еще сейчас есть что-нибудь. Замечательно, замечательно. Броню бы еще положили, вот... Вот это было бы вообще в самый раз сейчас. Ну что, а нам нужно как-то дальше продвигаться? Я не знаю как. Пока что. Ну, там уже бежит народ. Так. Вот еще где-то прямо здесь, справа, вот. Давай, давай, давай. Во. Очередь неохота стрелять. Как бы, я думаю, что меткость очень сильно теряется. Не уверен, но... Блин. Давайте сами бегите, ну вас нафиг. Ну, вроде кто-то шевыряется. А? Ну? Блин, засранцы не хотят. Так, а что у нас еще из оружия есть такого прям ядреного огнемет? Ух. Но огнемета у нас мало, кстати. О, смотрите, как далеко. До того трупа достало. Так, пистолеты, пистолеты тут вообще. А, как вариант, можно вот с какой-нибудь снайперкой залезть на гору или куда-нибудь, в общем, подальше, и попробовать оттуда их достать. Но, честно сказать, сомнительная идея, потому что туман мешает. О да, о да, много тут увидишь. Ну ладно, короче, потихонечку как-нибудь. Давайте сохранимся тогда. Вот. Вот это будет полезно. Так, это там чувак стоит или нет? Блин, ё-моё, не туда стреляю. Так. Но... Все вроде. Они еще сейчас с другой стороны могут полезть. Так, и здесь ничего нет, да? Ну вообще красавцы. Да их там целая стая, походу. Раз. Ух, блин. Только еще там не хватало с Фауста, чтобы долбанули. Дайте-ка здесь проверю. Насколько я помню, они еще могут с обратной стороны побежать. Потому что если они отсюда побегут, то они нас там очень замечательно зажмут. Не, пока вроде тихо. Вот честно, я их там не вижу. А, вот один. Готов? Нет. Из-за этого тумана вообще ничего не видно. Ну-ка. Ух, блин. Так, ну хотя бы пулеметчики сняли, и то хорошо. Еще
Еще один пулеметчик. Еще кто там, кто-то ходит еще. Ох, бляха, муха. Так, стоп. О, спасибо, ребята, спасибо, спасибо, вижу. О, броник, 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 каска, вообще спасибо, ребята. Это как раз вовремя. Ну вот то, о чем я и говорил, то, что зажать могут. Что у нас тут, патроны, патроны, о, красота. Короче, удачно я зашел, надо сохраниться. Так, пока они сюда не прибежали, давайте посмотрим наше задание. Проберитесь во внешний комплекс X-лаборатории, доберитесь до основных секретных лабораторий. Ну, в принципе, ничего сложного. Никаких супер-пупер там заданий нет. Короче, они здесь как специально, как будто нас... пытается загнать сюда быстрее. Ну и все на этом. Хоть спокойно вздохнуть можно. Ну, по сути, да. По-моему, это уже почти конец миссии. Ну да. Закрыто. Ничего больше нет. Замечательно. Понятно. Короче, ничего интересного. Ну и все. С аптечками у нас вроде как бы нету, да, больше. Все, бежали, насколько я помню. Тайников вроде, вроде здесь больше не должно быть. Один тайник. Секретные места 1 из 1, цели 2 из 2, попытки 3. Ну вот как-то так. Сэр, надеюсь, это что-то важное. Да, сэр. Американский агент проник в X-лаборатории. Что? Этот идиот собирается доставать меня до конца жизни? Каковы будут приказы, герр Оберфюрер? Отправьте оставшиеся силы безопасности немедленно. А если американец пройдет силы безопасности? Тогда я разберусь с ним. Еволь? Ну вот как-то так. Ну что, всем удачи, всем пока и до новых выпусков.